Привет, с вами Magic Lesson, и сейчас я вам покажу очень простой фокус. Этот фокус мы показывали в детстве, и у многих он был одним из самых первых. Если вы его знаете, если вы его видели, обязательно напишите в комментариях и поддержите лайком. Давайте начинать. Беру обычную колоду карт, перемешиваю. Можно дать зрителю, пускай перемешает сам. Далее раскладываю карты примерно так. И пусть зритель выберет одну любую карту, запомнит ее и поставит на место. Например, он выбирает вот эту карту, кладет на место. Оставшиеся карты я разделяю на две части. Одну часть пока поставлю вот сюда. Ну и собираю вот эти карты вот таким вот образом. Эту часть накрываю. Вот что у нас получается. Далее делаю легкие удары сверху, удары снизу, еще раз сверху и еще раз снизу. И у нас появляется карта зрителя. Ребят, показывайте фокусы с хорошими, красивыми картами. Посмотрите, как эти карты красиво смотрятся. Очень хорошо скользят, хорошее покрытие. Это по-настоящему качественные карты. Ссылочку на такие карты я оставлю под этим видео. Один раз попробуйте, и всю жизнь будете показывать фокусы только с такими картами. Приобретите, не пожалеете. Также я поставлю ссылочку на раздел с дизайнерскими картами. То есть рисунок может быть абсолютно любой, как и с этой стороны, так и лицевая часть. Еще раз, ссылочка под видео, переходите и заказывайте. Секрет фокуса. Перед зрителем нужно поставить 9 карт. Совершенно не важно, какую карту он выберет. Например, он выбирает вот эту, король черви. И весь секрет в том, что эту карту нужно поставить 5. Первую начинаем. Ставить сюда повыше, вторую пониже. И так чередуем. Первая, вторая, третья, четвертая. Карта зрителя пятая. И заканчиваем. Вот так это будет выглядеть. Далее. Здесь сильно не давите, иначе фокус может не получиться. Рука расслабленная и делаем легкие удары. Все происходит само собой, никакой ловкости рук. И еще раз. И появляется карта зрителя. Король черви. Вот и все, друзья, на этом мы закончим. Если этот фокус был одним из первых, что вы выучили в детстве, обязательно об этом напишите в комментариях, я все прочитаю. Всем спасибо, всем пока!